Здравствуйте, мои дорогие, любимые гурманы! Я снова рада, что вы вместе со мной на моей кухне. И особенно еще хочу поприветствовать своих новых подписчиков. Спасибо вам большое за доверие. Спасибо вам большое всем, что вы со мной. Я очень-очень рада. И сегодня мы будем готовить салат из сельди с красной свеклой. А почему этот салат? Потому что у нас на следующей неделе, в такую пепельную среду, это называется, заканчивается сезон карнавала. Это когда остается еще 40 дней до Пасхи. Сезон начинается с 11 ноября и длится вот до где-то середины февраля. Ну, еще немножко кратко о карнавале, почему они его здесь празднуют. Вот в Германии, Швейцарии и в Австрии еще тоже. Это еще идет от древних тентонцев. Они переодевались всегда в такие страшные маски, шкуры от зверей, да, и угоняли этим вот таких злых духов, и чтобы добрый дух принес быстрее весну. Но у нас вот этот карнавал, он все-таки крестьянский, потому что в ночь вот этой пепельной среды, извините, начинается потом у многих немцев такой великий пост, когда еще остается, как я уже сказала, 40 дней до Пасхи. Но я лично не держу строгий пост, я только стараюсь не кушать сладкого. Если из вас, например, режет кто-нибудь такой пост, пожалуйста, напишите мне, как вы это делаете и как вы это выдерживаете. Мне будет, правда, очень интересно. А да, кстати, еще, если вам интересно, я поставлю в конце этого видео там одну или две фотографию с этими страшными людьми, которые переодеваются. Посмотрите, как они выглядят. Это, мне кажется, очень интересно. Да, но я люблю этот салат, и каждую среду у нас такая традиция, вот в феврале, когда вот эта среда, я готовлю этот салат с картошкой в мундире. Ну, желаю вам приятного просмотра и поехали! Итак, мои дорогие, что нам нужно для этого салата? Какой состав у нас, да? У меня рецепт на троих или четверых человека. Если вам побольше, то, конечно, прибавляйте. Я вам весь состав поставлю вот здесь рядом. Вот здесь. Я беру 50 грамм где-то майонеза, 150 грамм йогурта, конечно же, соленые огурчики, рассол от соленых огурчиков. Потом у меня вот такая уже продается готовая свекла, нарезанная кубиками. Если у вас нет, конечно же, сварите ее, можете уже заранее приготовить, там порезать или поставить в холодильник. Еще, конечно, вот такой зеленый лук и, конечно, филе сельди, как из этого, и перец и соль. Смешать в чашке йогурт с майонезом. Порезать огурчики и вареную свеклу, если нету готовой, на кубики. Филе сельди порезать на кусочки покрупнее. Все ингредиенты вместе с рассолом добавить в йогурт майонезную массу. Приправить солью и перцем. Почистить лучок, порезать его на кольца и посыпать им салат сверху. Итак, мои дорогие, мой салат готов. Давайте будем пробовать вместе. Очень-очень вкусно. Я так радуюсь, потому что я очень люблю этот салат. Попробуйте. Итак, мои дорогие, спасибо, что вы были со мной. Спасибо за просмотр вам. Я желаю вам от чистого сердца очень много добрых духов, прекрасной весны. Радуйтесь жизни. И самое главное, кушайте вкусно. Пока, я вас люблю, обнимаю, ваша Надя. До следующего раза. Пока!